У разгар летней отпускной кампании многие задаются пытанием, куда отправиться отпочивать и как отрымать от этой поездки максимум выключно становших эмоций. С метой проинформовать насельництво, как треба ставиться до планования своего отпочинку, у тым лику и выбору туроператора. Управлением спорта и туризма Гомельского облвыканкама был организован отповедный тематичный брифинг. Вероника Ворошилина володая подробязностями. Плануючи свой летний отпочинок, многие при выборе туроператора и комплексу пропонованных им послуг кируются только выпадковыми чутками, забывающие про саправды важные и корыстные парады на конт выездного туризму, которые публикуются на сайте Министерства замежных справ. Тому нередко отпочинок становится расчарованием. Сирот наибольш частых зворотов и скаргов – неотповедность якости турпослуг, заявленным у буклетах и прайсах. Меж тем, по час брифингу, организованного управлением спорту и туризму Гомельского облвыканкама, огучивается. Зараз у Беларуси ожидается процедура сертификации отповедности. Перед турфирмой она ставит полные умовы, у тым лику гарантованность безопасного отпочинку своих клиентов. А для будущих туристов это махчимость деталево ознайомиться с пераликом напрямков работы турфирмы. Покуль у нашей краине процедура сертификации является необовязковой, а тому яе прошли далеко не все туркомпании. До прикладу, с больше чем сотни турфирмов, которые сегодня існуют на Гомельщине, только 33 отримали сертификат отповедности. С их списом можно ознайомиться на сайте Управления спорта и туризма Гомельского облвыканкама. Для того, чтобы отдых в этом году, сезона 2015 года, не был обращен, чтобы у нашего населения осталось хорошее впечатление от лета, чтобы сработать на опережение и на самом деле ограничить наших людей от каких-то сложностей, от нервных потрясений в доказывании своей правоты, мы рекомендуем внимательно относиться к выбору туристического оператора. И отсутствие сертификата соответствия вполне может послужить причиной для того, чтобы турист обратился в другую туристическую компанию для организации своего отдыха. Все частей для летнего отпочинку жыхары Гомельщины выбирают курорты Болгарии, Турции, Египта, Греции, а так само России, у приватности Краснодарский край и Сочи. У большинстве выпадков ключевым фактором такого замежного отпочинку является махчимость морского оздоровления. Меж тем, у опошний час имкливо набирая популярность оздоровления наших жыхаров внутри краины, у белорусских здравницах и санаториях. Притягивают айчинных туристов наши культурные и паломницкие славутости, а так само туристичные комплексы, которые пропонуют своим гостям все умовы для активного отпочинку. До речи, с питанием, как и где собираются отпочивать этим летом жыхары нашего региона, мы вышли звернуться до их самих. Я вообще очень мало был в туристических местах в Беларуси. Я бы с удовольствием что-нибудь посмотрел бы. Загранично там обслуживание, конечно. Я с дочкой ездила в Турцию. Очень нам понравилось. Ну, а здесь, говорят, уже заранее все заказано и дороговато. Так как в Беларуси только Минское море, и то оно не море, но... Пришлось ехать в Египет. Я была за границей, мне не нравится. Мы там никому не нужны, здесь мы свои. И в Беларуси есть интересные места, безусловно, замечательные. И согласитесь, мы за границей тоже знаем мало. Як и где провести свой летний отпочинок, каждый вырашает, заходишь из уластных перевах. Головное – застерахши себе элементарными мерами. С заключением договора с турфирмой, попередне уважливо выучивши его. И, безумовно, захованием усих чеков. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».